При монтаже перекрестных выключателей, что значит перекрестные? Это возможность управления светом с трех точек. Раз, два, три. Значит, что, на что стоит обратить внимание? Значит, нужно запомнить, что два выключателя нужно проходных. Два. Любые два. Так. В которых в коробку будут вводиться три провода. Значит, в одну коробку три провода и в другую коробку три провода. А уже в третью коробку, то есть третье место, откуда будет управляться освещение, нужно вводить четыре кабеля. Четыре. И вот этот выключатель будет называться перекрестный. Обратите внимание, он так и называется в магазине, перекрестный, четыре выключателя. Схема его всегда указана на выключателе, можно посмотреть. То есть он переключает между двумя парами, то вот так, то вот так. То вот эти работают, то вот эти, ну, короче, наоборот переключают. Значит, надо запомнить, в одной коробке, где подается фаза. Допустим, у меня белый провод, это фаза подается в коробке, и желтый, зеленый идет на эту коробку, на второй перекрестный выключатель. Приходит. Значит, а отсюда два провода идет третий выключатель. Третий выключатель. Вот они два. Это тоже проходной. И фаза, опять же белый я запомнил, идет уже на лампочку. И можно управлять с этой точки светом. С этой точки светом. С этой точки света. Ну так, главное не запутаться в проводах. Схемки в интернете полно, поэтому смотрите аккуратно. И покупать, как я, не надо. Три перекрестных. Один перекрестный, два проходных. Все.